Развитие осанки малыша избавит от многих проблем со здоровьем в будущем. Предложите ребенку стать самолетом, вытянуть руки в стороны и полетать. Вовсе не обязательно бегать по дому. Упражнение можно выполнить в положении стоя. Затем превратитесь в мельницу. Одну руку расположите на боку, второй рукой выполняйте круговые движения в разные стороны, ускоряясь и замедляясь по сигналу. Дует ветер, ветер стихает. Для начала эти упражнения можно повторять по 5-7 раз за подход. Со временем следует увеличить количество повторов до 10-12 раз. Упражнения необходимо выполнять ежедневно. Особенно полезно чередовать их с сидячими занятиями.